ты как? Милые семейные утешения отставим. Ты кому-то звонил? Он кричал? Нет. Он только захрипел и повалился. А ты? Девочка моя, или ты четко и резко отвечаешь мне на вопросы, либо я оставляю тебя со своей проблемой. Ты кричала? Кто-то мог услышать и вызвать полицию? Нет! И когда он меня трахал, тоже нет! Если вам интересно. Неинтересно. Организуй, пожалуйста, мусорный пакет. У тебя есть во что переодеться? Шмотки, которые на тебе? Мусор. Какая-то информация о девочках, о клиентах здесь есть? Подумай, флешки, записки, ноутбуки. Я же тебе сказал уже, вся информация у меня. У меня на ноутбуке, на моем. Хорошо. Я сейчас уйду, а вы минут через 15. Дверь оставь открытой, я заеду, заберу улики. Машину помнишь где?